Галина Алмаева уже более 12 лет работает водителем троллейбуса. За это время ездила по разным городским маршрутам и хорошо изучила город. Водила разные модели, от самых простых до более совершенных. Теперь изучает новый троллейбус, который ей доверили водить. Конечно, есть волнение. Вчера, когда пробовали, перегоняли, то есть ночью, все это волновались. Но когда второй рейс ехали, уже гораздо смелее. И я так думаю, что да, на линии уже как-то хочется посмотреть удивление пассажиров. Всего в автопарке ТТУ появились 22 новых троллейбуса. Их приобрели на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ключи от них водителям вручали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, а также депутат Госдумы Леонид Симоновский. Я рассчитываю, что ваш профессионализм, ваше ответственное отношение к делу, ваше желание и умение создать комфортную атмосферу в общественном транспорте, конечно, будет нам тоже очень помогать, потому что от вас во многом зависит увеличение пассажиропотока. Я хочу всем нам пожелать, чтобы наш общественный транспорт работал ритмично, чтобы жители нашего города всегда вовремя приезжали в те места, где их ждут, где они необходимы. А вам я хочу пожелать, конечно, здоровья, конечно, удобства в работе. После торжественной церемонии почетные гости осмотрели новый транспорт, познакомились с его функционалом и затем проехали несколько остановок, чтобы оценить комфорт непосредственно в дороге. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.